очень просили долго, и вот нам директор пошила всем одинаковую форму. Нам очень нравится, мы просто в восторге. Это очень удобно и красиво. Ну, во-первых, не нужно думать, что надевать каждый день на работу. А во-вторых, ну это дисциплинирует как нас, так и детей. Дети, глядя на нас таких красивых, тоже им хочется ходить в форме. Наша школа аксессуар по идее галстук клетчатый. У девочек всякие пайетки, там всякие бабочки, тоже галстуки, юбки, пиджаки. Тебя? А у меня только галстук, у мальчика только галстук, да, и портфель. Всегда ходим в этой форме, и наша форма символизирует герб нашей школы, потому что у нас флаг трехцветный, белый, синий и зеленый. А белый где у вас? У меня присутствует на многих моих одноклассников белые. Не хочется ли джинсы, футболка? Ни капельки. Мне нравится наша форма, красивые цвета, интересно можно сшить, купить одежду.